Дорогие ульяновцы, уходит в историю 2021 год. Миллионы людей на нашей планете встречают новый 2022 год. В нашей области это считается, и не только в области, в России, это самый любимый праздник не только детворы, но и взрослых. Тысячи семей в предновогоднюю ночь соберутся у праздничных столов, вспомнят уходящий год, вспомнят, каким он был, и хорошим, и плохим, помечтают, как будут жить дальше, в следующем году, выскажут друг другу пожелания. И самое главное, все надеются, что следующий год будет гораздо лучше прошедшего. Дорогие ульяновцы, разрешите мне от имени законодательной власти Ульяновской области, от себя лично, поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам удачи, успехов, благополучия, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя. С праздником вас, с Новым годом!